Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня я не один, со мной... Да, это я снова тут, Адам. Да, почтенный, это снова Адам. Под прошлым видео, в котором я прокачивал инвентарь Адама на одну голду, вы все начали меня обзывать жмотом, жлобом и так далее. Так вот, первое, что хотел бы сказать. Адам, реально, извини, потому что, ну, это, наверное, было не очень красиво с моей стороны. Второе, что я хочу сказать, сколько голды я тебе дал после этого видео? Вот мы закончили видео, сколько тебе попросил голды и сколько я тебе дал? Ну, я у тебя попросил 500 голды, и ты без проблем мне отдал. Да, да. Но некоторые люди в комментариях начали кента обзывать, говорят, Кент, ты жлоб, Кент, ты жадина, че так мало голды дал? Окей, ребята, ваше слово для меня закон. Без проблем, Адам, прямо сейчас. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Я тебе прокачаю инвентарь, сейчас без шуток, без пранков, без всего. Я просто захожу на рынок и продаю за 1900 твой АКР Некромансер. Так, ну что же, ребятки, вот я нашел запрос. 2000 стоит АКР Некромансер, я его покупаю, ну и с учетом комиссии придет 1500. Покупаю, и на аккаунт Адама падает 1500 голды. Ну что, Адам? Теперь погнали делать нормальную прокачку для тебя, потому что многие не поняли рофла. Я действительно, может быть, переборщил, может быть, это было обидно. Также, по поводу того, что это аккаунт ТикТака. Адама, когда кинули на аккаунт, он решил просто отдать свой аккаунт за бесплатно. ТикТак у него купил за 1 рубль. Потом, после съемки видео, Адам решил вернуться в стендов и забрал аккаунт обратно. ТикТак ему его отдал. И все, вот так вся история была, поэтому тут никаких постанов нету, все по-честному говорится, все по-честному без обмана у начальника Сулеймана. Я прав? Да, полностью. Братан, ты че такой грустный, ты че? Адам, братишка, ну что, ты готов? Да, готов. Так, ну что же, ребятки, вот только что с Адамом мы купили кейсы, и прямо сейчас мы будем их открывать. Надеюсь, после просмотра этого видеоролика никто не напишет в комментариях «Кен, ты жлоб!». Потому что я, вот чтобы никого ни в коем случае не обидеть, я решил снять еще одну прокачку, чтобы все было окей. Ну что, ребятки, прямо сейчас Кент АПК покажет, как правильно выбивать наши бабочки. Поехали! Давай-давай! Хэштег Аркана, 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 Аркана! Легендарка, с первого кейса, да ну нахрен! Вот это да. Братан, ты рад? Уже. Конечно. Уже. Мы только начали, уже выпала одна легендарочка. Слушай, у тебя еще 14 кейсов, как думаешь, выпадет нож или нет? Ну, надеюсь. Давай, братанчик, я тоже надеюсь, что выпадет нож, потому что после вчерашней прокачки ты уже, наверное, ни в что не веришь, да? Ты уже не верил, чудо. Адам, расскажи, ты офигел, когда я тебе написал, типа, погнали в Дискорд? Да, на самом деле я был удивлен, прям неожиданно было. Да, Адам, короче, не мог поверить своим глазам. Так, ну что же, Адам, тебе выпадает М110 Кибер. Блин, мы были близко, но, увы и ах. Так, выбирай, какой кейс открываем следующим. Давай. Давай, Фуриас. Давай, Фуриас кейс. Видать, ты любишь керамбиты. Кстати, мой любимый керамбит — это керамбит Dragon Glass. А какой любимый керамбит ваш, подписчики, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну что же, поехали! Ля-ля-ля, тополя, и тебе выпадает... Эпик. Блин, Фомас Бигл. Ну слушай, у тебя нету ни единого скина на Фомас. Я думаю, это неплохо. Так, что открываем дальше? Давай откроем Origin. Поехали, братанчик, открывай Origin кейс именно для тебя. Специально для Адама. Для моего братанчика 3 ножа пролетело, мать моя женщина. Но видать, ножи тебя не любят. Тебя любят только рарки. Ну что же, у тебя осталось ровно 10 кейсов. Братанчик, давай. Задержи дыхание. Держи, задерживай дыхание, я задержу. Фух. Так, братан, мы что-то делаем неправильно. Слушай, мы что делаем неправильно? Давай, говори заклинание свое. Давай, Адам. Ахалай, махалай. Инвентарь за одну голду пропадай. Поехали, и Адам выпадает. Вот это да, P350 ралли. Вот так вот, красиво. Так, ну что же, открываем еще один кейс. Поехали. Блин, Адам, надеюсь, тебе выпадет хоть один нормальный скин. Хоть одна аркана, почти нож, прикинь.
Блин, АВМ Феникс, слушай, очень-очень круто, блин, однозначно. Ребятки, это заслужит ваши лайки, если вы хотите попасть в прокачку, напишите какой-то хороший комментарий про меня, мне будет приятно, потому что вы видите, вот под прошлым видео вы все меня засрали, мне стало реально немножко стыдно, и я решил перед Адамом, так сказать, извиниться и прокачать ему нормальный инвентарь. Ну что ж, Адам, поехали дальше. Да, давай. Давай, поехали! И нам выпадает! Да ты что? Да ты что? Ну, блин, опять Jesus 2 Starfall. Ну, чё да так ладно, себе? Неплохо. Давай, ну я надеюсь, ты рад такой прокачечки, потому что я стараюсь, как говорится, для братанчика с душой открывай кейсы. Давай, фейбл кейс. Давай, хэштег нож-бабочка в комментарии. Да? Да, да, конечно. Поехали, и прямо сейчас, ребята, посмотрите, вы просто посмотрите, опять легендарка, опять М4 Lizard. Ты, а ты что? Вот это понимай, вот это по красоте. Блин, это круто. Ну что же, у нас осталось 5 кейсов, ребята. Сейчас будет супер заклинание от кента. Аданимус, Арканимус, Выпадимус. Смотри, сейчас будет нож, или Аркана, или нож, или Аркана. Блин, почти справа, блин, чуть-чуть бы правее. Но еще, братанчик, ты не расстраивайся, сейчас все будет, сейчас кентуха возьмет свои шары в кулак и откроет Origin Кейс Блин, опять справа нож, нет, какой-то рофл. Нас рофлят, братанчик, нас рофлят. Согласен. Осталось ровно 3 кейса, но уже у тебя инвентарь хотя бы что-то стоит, уже не самый дешевый, уже не на одну голду, уже нормальный инвентарь. Братанчик, поехали дальше. Сейчас тебе... Да-да, стой! Да, да ты что? Дробовик-некромансер, охренеть, посмотри. Ну вот это уже хотя бы более-менее инвентарь, более-менее. Ну чё, поехали дальше. И тебе выпадает... Так-так-так. Но обычный дробовик тоже неплохо. Тоже неплохо, ребятки. Ну что же, Адам, остался последний кейс. Просто, братанчик, скажи два слова, любых два слова, и мы открываем. Давай. Выпади нож. Давай, давай, нож выпади и... Эпик, Фомас Бигл, да ты что, блин. Ну слушай, ну уже у тебя хотя бы более-менее инвентарь. Я считаю, уже хотя бы неплохо. Блин, братанчик, ты еще плачешь? Адам, дружище, братик, да ну! Да не грусти, не грусти. Я еще раз перед тобой извиняюсь, если я тебя обидел. Блин, братанчик, ты че, заплакал? Давайте хэштег, Адам, не плачь! Скупая мужская слеза была, да? Да. Я понял, все, братанчик. Ну, короче, это твой аккаунт. Надеюсь, теперь ты точно рад. Надеюсь, прокачка тебе понравилась. Спасибо тебе большое. Я всегда хотел, чтобы кто-то прокачал инвентарь. Мне такого добра еще никто не делал из ютуберов. Братан, братан, просто хэштег Адам Топ. Ребятки, мне Адам реально понравился. Если будет много хэштегов Адам Топ, я сниму еще одно видео с ним. Ну что же, ребятки, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напиши любой хороший комментарий, хэштег Адам не грусти. Ну а с вами был Кентуха и... Адам. Всем удачи и всем пока.